Всем здорова, дорогие друзья, с вами Флейзин и Вимен. И сегодня... Забили! Прости, братан. Кажется, забили. Еще раз. Всем здорова, дорогие друзья. Мы никогда не запишем приветствие. Всем здорова, дорогие друзья, с вами Флейзин и Вимен. И сегодня мы поиграем в CSGO напарников. Всем привет, друзья. Ух, как прилетел. Ой, уже снизу. Блин, он туда. Ой-ой-ой. Нет, подожди. Минус 93, нет, 7 хп. И наши не забили. Ой. Ребята, если что, Максимка у нас может еще чемпионатик. Но я бы ему. Я бы ему сказал, чтобы не смотреть, потому что тут игра. Я надеюсь, вы смотрите матч Россия-Испания и болеете вместе со мной. Так, на миду. Но я белорус-то, че ты хочешь? Максимка, да ты чё такой? Второй, да, там был. Тут? А, окей, он тут. Ну, понял. Да, вон там. Сейчас он будет плейнс, смотри, он плейнс, да? А я его так напугаю. А, вот нет, дружочек. Нормас. Так, ну смотрите, мы берем самый первый раунд у нас, и, блин, это, конечно, круто, за это лайк поставить надо. А я вот... Да, и Максим зря не начал записывать. Ай, Максим, ну это твои-то проблемы, ё-моё, Максим. Ладно. Калаш. Ага. Окей, Максимка, я тебе дам. Ты можешь купить себе. Я тебе дам эмочку, конечно же. Ну, а калаш себе. Ну ладно, эмочку, ладно. Так, смотри, я кидаю им хаешку и, кажется, будут апарты либо мид. А вот мид будет, мид один будет. У меня тут один есть. Так, ой, вон тапик. О, смотри, как два хедшота поставили мы. В натуре два хедшота. Найс, ребята. Да это тоже лайк поставьте. Работаем. Работаем. Слышь, пацан. Лайк, или если... может не пацан. Лайк поставь. Подпишись. Тихо, да, тихо, авторские права. Ты что, нас забанят, ты понимаешь? Точно. Нас забанят неразвивающийся канал. Ага. Блин. Обидно. Ну, ребята, чё, мы пока что лидируем 2-1, но они... Опа, у меня я петух. Я слышал лестницу. Так. Так, убил. Убил. А! Сверху! Я сверху. Тебе говорю, я слышал лестницу. А. Макс, давай. Нет, Макс. Хорош, Максимка. Боже, да ты думал, я не затащу. Кого, блин, тут это? Ну ладно. Так, я ребята, шо, блин, смотри, я возьму сейчас АВП и попробую убить сейчас вот. Вот это. Смотри, вот. Я сейчас им помогу. Не надо, только не фаер. Максим, иди. Максим, зачем? Я ничего не вижу из-за этого дыма. Круто. Максимка, а вот ты не думал то, что это может там мид? Не. Ага, о, Максимка. Ага, у меня 5 хп, кстати. 5 хп, окей, хорошо. Ну, давай. А, на крыше. На крыше? Угу. Убил. Ну смотри, блин, это круто, мы лидируем 4-1. Согласен, да, 4-1 это кайф. Да, это каев. Каев. Ребята, но звания у нас не такие уж большие. Максимка у нас звезда, я два... Ой, какие два. Калаш с свинками. Вот, ну, не знаю. Так, смог не мы кидали. Так, окей. Ой, флешка, у меня флешка, я слепил. У меня 13 хп. Так. Я снова у меня убил. Ну все, ну слушай, братан, на этой. Слушай, это. Ну, это изи, но пока что не будем как-то предугадывать счет. Да, не будем каркать, не будем каркать. Да. Ну смотри, я. Как в принципе... говорят русские, не будем каркать. Белорус. Ой. Смотри, сейчас я попробую, не знаю, как-то прострелить. Может и получится. Но нет, не получается как-то прострелить. И смотри, ты мид чекаешь или нет? Я, да. Хорошо. Ну сейчас я чекну. Ага, посмотри. Смотри, мне кажется... Апартаменты! Так, апартаменты убил. И смотри, и тут вот справа будет, да? Да, ой! Да, вот он. Но зуб. Так, а вот нет. Все. Круто. Минус 2 эйс даже сделал. Ну, просто напарники. Так, ребята, 6-1. Эйс, а у меня пинг поднимается. Как приятно. О, ну и смотри, опускается. Да, вот опускается. Тут было совсем нас. Вот, все. Нормализуется.
Ну, ребята, да, так, сейчас чекаю. Что-то было неприятный скачок какой-то очень. Так, смотри, мне кажется, так, будет... Это мид справа, вот. Окей, хорошо. Слева. А, справа, окей. Так, смотри, и тут... Ой, флешечка. Так. Да, он кидал. Так, стоп. А где? А сзади на миду был. Ай. Нет. Давай. Дальше. Пошел нафиг! Нет, зачем я кинул так хаешку? Это колбасье, блин. Это да, это было ужасно. Кстати, мы идем с тобой по счету вровень почти. Да, кстати, мы. А почему-то звезды мне? Звездочек, да. 6 звездочек. Да. Звезда я, не ты. Я звезда. Звезда. Я бы. Звезда, я звезда. Знаешь, ты. Я бы сказал кое-что другое, но не буду. Наши смотрят дети. Ну ты просто знаешь то, что потом за это ты. Ну, да. Смотри, в принципе, я наверх уже иду, и тут наверху челик. А, нет. А вот. Ай, блин, минус 54. О, максимум. Так, мы сейчас проигрываем 3. А, как вы проигрываем? 3-6 мы выиграем, но. Блин, Макс, не расслабляйся. Братан, давай. Как бы счет называют в пользу той команды, которая выиграла. Окей, хорошо. Да. Так, ну я беру оружие, я беру Пашу в руки. Ой. Индюк ты. Так, смотри, тут... Нет, ушел. Напишите в комментариях, Фойзен петух или нет. Да нет, ребят, ну вы что? А, нет. Все, ребята, мы опять лидируем 7-3. Ура. Мы так лидировали. Но, больно. Но да, но мы смотри. Ой. Я комментатор, я. Ты снова лидируешь? Ой, да. Не, ну смотри, как бы мы, ну мы проиграли первый раунд, да, за эту сторону. Блин, это была формальность. Так. Ё-моё, Макс, что ты меня так пугаешь? И забираю фраг. Стиллер. Ой. И ко мне. Я тебя резану. Нет. 3-8, ребята. Последний раунд, да. Да. Можно закупаться по полной. Но консоль случайно открыл. Но это твои проблемы уже, псих. Блин, такие ники прикольные у них. Так, хаешечка. Один с... А вот... Ой! Смотри, слушай. Они сразу, смотри, вдвоем на меня вышли. Смотри, один наверху. Это я тебе так скажу, он... А, нет. Ну, а если вам понравился данный видеоролик, то поставь ему лайк, подпишись на мой канал. Также не забывай подписываться на канал Вимана. Ссылка будет в описании. С вами был Флейзен. Всем удачи, всем пока, народ.